переполняли, потому что всегда приятно дебютировать и забивать. И я рад, то, что я забил и помог команде. Будьте дальше. Но потом был неприятный момент, остались эти десятером, и как вот удалось собраться команде, чтобы противостоять такому сильному, грозному сопернику? Это все за счет тренировок. На тренировках мы работаем над этим, и все может учиться на футбольном поле, и мы были готовы. Теперь Воронеж приедет в команду премьер-лиги, ждете такого грозного соперника? Да, поборемся еще, покажем.